Дай! Хм, звонок? Возможно, это мои новые наушники. Надо проверить. Those cocksucker motherfuckers got actual! Магазин beats777.ru подарит вам даже больше, чем вы ожидали. Ссылка на сайт в описании ролика. Блин! Почему я не могу пройти телепузиков? Бдё-бдё. Чё как, зритель, я так готовы сегодня будем создавать Ричарда, потому что моему персонажу нужны друзья. Решил, кого бы создать? Кроме как Ричарда, который, я не знаю, вышел ли он похожим, не похожим, а только, наверное, сам Ричард может сказать. Я ему, кстати, написал, но он мне ничего не ответил. Поэтому давайте... Окей, он мне как раз-таки ответил сейчас. Давайте почитаем, что же он мне написал, что мне нужно исправить. Примем во внимание некоторые изменения, которые мне прислал Ричард. Ему не понравились волосы, он говорит, что они должны быть светлее. Я не знаю, мне кажется, на голове у него все-таки темные волосы, может бороду сделать ему чуть светлее. Окей, я изменю персонажа по тому, как мне сказал изменить Ричард, но я решил, что он хотел выбрать себе жизненную цель творчества и музыкантом, но я решил, что я дам ему свою цель, что он будет у нас родственную душу искать. Ради интереса посмотрим, как это нам получится, и давайте назовем его. Ричард, так как я не буду, наверное, это будет слишком длинно, давайте назовем его Полтуськин. Полтуськин. Ну, я не знаю, как еще по-нормальному переделать useless mouth. Окей, ладно, давайте выберем ему черты характера. Давайте выберем ему, что он будет самоуверенный. А, Нопса, а? Ролики, да я сейчас с роликов наделал. Ну, я думаю, что можно про него сказать, что меломан. Так, что бы еще выбрать? Вечное дитя. Ну, это можно было бы выбрать, то, наверное, не будем. Обжора. Давайте выберем его непостоянно. Эти персонажи чувствуют напряжение, когда долго работают на одной работе. Да, я думаю, что... Он как бы с одной стороны он ищет любовь, с другой стороны он не хочет жениться. Интересный будет у него. Ну, можно было бы, кстати, еще добрый выбрать. Может, вместо меломана выберем он добрый. Потому что он добрый у нас, так. Да, я думаю, что это будет хорошо. Самоуверенный, добрый, но при этом непостоянный. Но я думаю, что все, он должен сохраниться у нас. О! Отлично. Ну, даже что хороший фанат такой, типа, ну чё как. Так, теперь давайте я ему доделаю остальную часть одежды, чтобы у него был весь комплект. В итоге я создал персонажа Ричарда, и я его поселил в доме напротив, он в том. Я немного там поменял окружение, но я не стал слишком много сильно менять, потому что я там добавил компьютер, гитару и всякие такие вещи. Теперь мы попробуем навестить самого себя. Это будет странно. Наверное, я должен был бы делать это наоборот, от своего лица посетить Ричарда, но я решил, что... Окей, он просто постучал, и сразу же ему дали зайти. Окей, дружески смешно представиться. Давайте попробуем смешно представиться самому себе. Слушайте, это какой-то странный геймплей уже. Общение с другими персонажами. Ну, я догадываюсь, что это важная вещь. Мне будет смешно, если я не поважу самим собой в итоге. В итоге они стали играть в шахматы. Смешной разговор. Ладно, посмотрим, как у них сейчас пойдет. Теперь у нас даже какие-то отношения стали появляться. Отношения знакомый сосед. Но у них, смотрите, что бы они ни говорили, у них все плюс-плюс выходит, по-моему, нет? Так, куда это они пошли? Эй. Окей, мой чувак куда-то вышел, что ли? Только куда я ушел? Куда Ричард увалил? Я не понял.
Окей, я вернулся домой. На работе. А, он ушел на работу. Ну, вот так вот у нас получилось познакомить примерно, они теперь у нас соседи. Ну, кстати, дом выглядит, конечно, уродливым по сравнению с тем домом, который тут находится. Но ничего. Я могу жить с этим, наверное. Наверное, я смогу жить с этим. Возможно, мне стоит будет поменять крышу. Мне не нравится, как у меня сделана крыша. Все, мне много чего здесь не нравится. Он у меня непропорциональный, непонятный. Но... Зато он мой. Зато, понимаете, это мой дом. А этот дом, смотрите на него, он красивый, да. Сделанный качественно, да. Но цвета какие-то неприятные, да. Но какой-то он не совсем приятный все равно домик. Пока мы тут находимся, можно посмотреть на квартиру Ричарда. Я ему поставил тоже компьютер, то есть тут компьютер, гитара, телевизор крутой, и в основном больше я ничего не менял, я немного просто увеличил ему саму площадь квартиры, и больше я ничего не стал менять. Ладно, давайте тогда, может быть, смотрим. И, кстати, я устроил его на работу, сейчас он придет с работы. Устроил его на работу, связанную с компьютерами, потому что там одна из задач... ты можешь стать каким-то игровым специалистом. Я решил, что... Ну, это похоже на Ричарда, что он вообще просто видеоигры тут играет. Видите, одна из целей по работе, чтобы продвинуться, играть в видеоигры 4 часа. Поэтому подумал, что... Ну, неплохо. Я думаю, что это вполне в духе. Больше видеоигр. Больше. Играю в видеоигры. Ко. Ладно, мы вернулись к Гагатуну снова, то есть к самому себе вернулся, и мы получили снова выплаты за «Как дядя зомби съел твою маму» 17 баксов получили, «Полуночные фапперы» всего 5 баксов. Кстати, успешным блогером на YouTube 173 бакса, «Челенник и его друзья фильм в 3D» 204 бакса, «Кто продался, ты продался» всего 53, «Быть или не быть, вот в чем Челенник» 140 баксов и... Челенник и его приключения 111 баксов. Ну, Челенник, похоже, история Челенника все так же популярна. Фэнтези. Теперь у нас открылось фэнтези. Давайте напишем фэнтезийную книгу. Я думаю, назовем модно, типа Челенник и Стражи Галактики. Стражи Гагактики. Гагактики. О, отлично. Просто взрыв мозга. Я хочу все оказаться в творческом ступоре, но он никак не может оказаться в творческом ступоре, потому что ему так нравится писать. Мне интересно, что у него общение увеличивается, пока он писал книгу. Видите, у него общение увеличивается, даже когда он пишет. Он должен приступить к работе через час. Я надеюсь, он успеет допишать к этому моменту. Чувак, давай, ты сможешь, допиши. Допиши свою книгу. Вначале мы отдадим книгу... Окей, что делает Ричард у моего... Ричард! Что ты тут забыл? Просто стоит у моего дома, очень странно. Продать права издателя. А что я написал вообще? Что-то нормальное написал? Я такой, Ричард, посторонись, я иду отправлять свою книгу в издателя. Окей, кажется, мы успеем. Так, привет, Ричард, пока, Ричард. Отправились. Ричард такой, окей, кажется, тут никого нет. О, боже. Я напитком себе увеличил настроение, теперь он его ухудшает там на работе. Свежий напиток. Подождите, он напился и пошел работать? Нормально. Хотя он мне должен работать меньше. По идее, не очень... Начну не спать 24 часа подряд. Как это так получилось, что он не спал мне 24 часа подряд? Но у меня не максимальная продуктивность, потому что у меня не заведено 4 друга. Может, он их сам-то на работе заведет пока? Пока работает. Потом, что он предложит кому-нибудь авантюру. Да, надо будет пойти предложить Ричарду авантюру. Создать канал на YouTube, хорошая идея будет. Надеюсь, он мне переоденется, раз уж он пошел. Рада, Ричард ко мне вообще пришел в тапках. Полусонный, я не знаю, чего ко мне, зачем он пришел мне в таком виде. Окей. Это похоже на правду. Так. Романтика, пакость, дружелюбная. Говорить о снах. Я думаю, я предложу авантюру. Как предложить авантюру? Хочу предложить авантюру. Они теперь могут говорить даже вот так? Прикольно. Фагиси.
Лемфи нулец. Сапин. Шабини джабин. Турпсис. Рабаца ебо. А предложи авантюру, предложи авантюру. Хочу предложить авантюру. О. О. Ей. Чё, подождите, что там было за романтика? Эй, потише, братю, никакой романтики. Мне нравится, что он может и играть, и болтать одновременно, это круто. Это воистину некстгеновая фигня. А теперь он что делает? Он фудит на форумах, наверное. Фудит на форумах, я так и знал, собака. Броны. Это я пародирую, или что он сейчас делает? Так, мне через час на работу, поэтому я воспользуюсь твоим душем. О, я могу улучшить душ, прикольно. Надо будет у себя дома что-нибудь улучшить. Так вот, хитрожопо, мы в чужом душе помоемся и свалим. Хо-хо-хо-хо. По-моему, что-то у него увеличивается навык чего-то. Навык чего у него увеличивается в чужом душе, мне интересно. Навык мытья? А, он поет там? Кстати, ни разу не видел, чтобы Ричард смотрел нормальное телевидение, поэтому это даже интересно. Что он смотрит телевизор? Я там намочился и ушел, нормально. Кстати, я тут продолжаю писать книги, чтобы получить творческий блок, чтобы я мог закончить с этой вещью, но по каким-то причинам мой герой никак не может получить творческий блок. Он по каким-то причинам умудряется его обходить его стороной, этот творческий блок, поэтому он продолжает писать книги, и в то же время он написал «Голая Дженнифер и ее сисечки». И эта книга по качеству является бестселлером, поэтому давайте ее продадим. И вообще мне стоит начать, может быть, продавать самому свои деньги. То есть от себя продать. Пока что я в этом ничего не вижу, но, наверное, он что-то сделает. Это что, будет черно-белый рисунок? Что это такое, чувак? Ты что, серьезно, это картина? Название, включить эмоциональную атмосферу, продать коллекционеру. Уверенные действия. Что же он будет делать? Этот чувак, он не может до сих пор выкинуть мою еду. Давайте продадим это коллекционеру. Сколько получилось? 120? Нет. Давай, быстрей. Отлей это иди. Зафигач непрочные экраны, давай. Зафигачил крана, теперь можно и помыться. Это какой-то бесконечный цикл. Пока он жрет, пьет и прочее, я не могу сделать ничего продуктивного. Между всеми этими делами. Научная фантастика. О, да. Так, это мы напишем что-нибудь. Я робот будет у нас только свой. Я. Членик. 11 правил настоящего. Хера. У нас будет всего 11 правил, потому что я не хочу придумывать слишком много правил. Мне кажется, у моего героя никогда не наступит творческий блок. Он какой-то совершенно неубиваемый творческими блоками. Может, я должен уничтожить картину, тогда он у него наступит. Где творческий кризис у тебя, сволочь? Слушайте, я начинаю остерегаться того, что мой персонаж почему-то хочет заняться сексом, когда ко мне приходит Ричард. Я начинаю опасаться за своего персонажа. Мне не нравятся эти намеки, что бы он там ни думал, не стоит этого делать. Почему он решил фудить на форумах, когда у него в доме есть настоящий человек, я тоже не знаю. Дать совет по отношениям. Ну давайте этим займемся. Кто-то у них не совсем идет. Ламина. Тимфи Песик, понимаешь? Почему он так не любит грязи? Мне нужно было ему пер какой-то давать того, чтобы он любил грязь. И не обращал на нее внимания. Да, он не может, это видите, он просто не способен убрать сраные тарелки. Я не знаю, в чем проблема, но он не способен убирать тарелки, особенно с этого стола. Давайте попробуем поменять этот стол, убрать его нафиг вообще. Давайте посмотрим, можем ли мы отправиться с кем-то. Давайте отправимся с Ричардом куда-нибудь. Так, а куда же мы можем отправиться? А это что такое? Будущее в прошлом, музей.
бар. Давайте отправимся в бар. Интересно, найду ли я там кого-то из друзей, чтобы продвинуться по работе? Потому что мне нужно продвинуться, получить повышение, я еще никак не могу получить повышение. Так, найдем кого-нибудь интересного. Ну, ладно, давайте попробуем с этой шоколадкой заигрывать, и то, что у нее большая жопа. Так, круто, видишь, сколько я зарабатываю за одну книгу 350 баксов. Смешно представиться, давайте представимся. Я же шутник. Окей, отлично. У нас получилось. Как-то странно они говорят. Он говорит с горчицей, а она сидит в другом месте. Ладно, я пожелаю ему удачи и буду надеяться на лучшее. Вроде у них что-то получается. Так, я должен через час отправиться на работу. Так, отправимся в туалет. И отправимся на работу сразу же после этого. Беги на работу, чувак, беги на работу. Че, он убежал? Он смог? Он смог! Окей, у нас тут случилась проблема. Роман покоряет публику на местном мероприятии. Когда один из ищущих внимания грубиянов начинает его высмеивать, Роман может решить проблему двумя способами. Ответить их мочу по полной или промолчать. Ну давайте вызовем его на состязание. Окей, что-то у меня случилось наоборот, он нравится в парк, у него любовное настроение какое-то. Говорят, что я с ним расправился. Кто теперь смеется над ним? Клоун. Мне вообще нужно еще много друзей теперь завести, потому что... Пришел домой и стал хохотать. Слушайте, наверное, на этом мы закончим эту серию, потому что мы и так уже много чем занимались с ней. По крайней мере, я тут вообще уже часа три сижу, заговариваюсь, поэтому на этом мы, наверное, закончим эту серию. Если нам понравилось, вам показалось интересным, что я сделал с Симами. Вообще-то, я думаю, что мы скоро в одной из следующих серий, я, наверное, поселю, возможно, прямо в этот дом еще одного персонажа, но посмотрим, как у нас пойдет. Потому что... Ему явно тут, у него постоянно какие-то любовные желания появляются. Надо помочь парню. Надо ему как-то помочь. Поэтому, если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на этот канал. Если вы тут впервые, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх, а также рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад новым подписчикам. Пока что на этом все. Пока и... Обдё-обдё! И такое лицо.